Вещает радио «Свобода». Здравствуйте. С прошлого сезона наши настройки не поменялись. Единственное, сделаем чуть-чуть погромче. Радио «Свобода», юмор, основанный на реальных событиях. Привет! Ну что ж, давайте начинать. На Руси, когда гонец приносил плохую весть, ему отрубали голову. Но, как известно, надежда умирает последней. На нас напали! В супермаркете бывают такие ситуации, когда ты можешь реабилитироваться за все неудачи в жизни. На вторую кассу проходим. Молодой человек, у вас овощи не взвешены. Значит, победитель сегодня не закусывает. Министр финансов в кабинете Владимира Путина. Нефть 27. Сейчас многие школьники ведут собственный видеоблог. И, как правило, содержание этих видеоблогов является большим сюрпризом для родителей. Всем привет, с вами я, репетитор по сексу. Это мой видеоблог, и сегодня я расскажу вам, как замутить с тёлочкой. Я научу вас, как подкатывать, как разводить и позже грамотно отшивать. Первое правило – все тёлочки ведутся на бабки. Но сегодня я расскажу вам, как действовать, если денег у вас нет. Вам поможет одна простая фраза, и после которой любая девчонка прыгнет к вам в постель. Эй, цыпа, я тащусь от твоей аватарки. Подписывайтесь на мой канал, любите секс, занимайтесь сексом. Но не забывайте, что после него вот такие последствия. Ну и в конце. В прошлом году у нас сбылась мечта принять участие в финале высшей лиги. Мы заняли 5-е место, и теперь у нас новая мечта. Не просто принять участие в финале высшей лиги. Радио «Свобода», спасибо! Прошу. Я с одной оговоркой, ребят, я знаю, что вы можете и получше. Я знаю, что вы можете лучше. А я вообще считаю, что финалисты высшей лиги должны как-то автоматически попадать сразу в следующий сезон. Жмите, и тогда автоматически. Да. Сан Саныч. Автоматически не должны, но тем не менее, вы молодцы. Спасибо, Радио «Свобода», Ярославль.